же история, что было в противоположной штрафной. Абсолютно все, за исключением двух человек у «Локомотива», в чужой штрафной. Подача. Черлука, отскок, Печинович, вновь Фернандеш. Еще одна подача и 1-1. 1-1. Стандарты сегодня приносят результат. Коломейцев, по-моему, забил, скинув мяч, срезав в дальний угол. Хорошая позиция для повторного навеса была у Мануэла Фернандеша, и не ошибся он. Смотрим, вот этот удар. Действительно, очень красиво все. Вот так забивают сегодня Том и «Локомотив». Да, затылком пробил Коломейцев, и плюс мне показалось, что мяч в футболиста Томи в последний момент тоже попал. Так иначе, 1-1, очень веселое начало второго тайма, и есть важное замечание. Дело в том, что буквально минуту назад ко мне подошел пресс-наша «Локомотива» Андрей.